Здорово, бандиты. Ну, с вами я. Вы спросите, кто я? Я отвечу. Я Неко Глай. Так. Так, секунду. Итак, ребята. Итак, ребятулечки, красотулечки, зайчики мои маленькие, вы сладенькие, кошечки, пупсички мои. Я очень рад, что вы зашли на сегодняшний мой стрим. Я думаю, ну, мы сейчас с вами чуть-чуть подождем, сейчас зрители пока наберутся. Вы помните условия сегодняшнего стрима? И я хочу сделать микрофон погромче, он очень тихий. Секунду. У меня действительно очень тихий микрофон. Сейчас решим. Так. Блять, как сделать его громче? Я его маму. А, кстати, был у врача, и у меня жесткие проблемы с горлом, мне, короче, нельзя кричать. Поэтому, чат, если я вдруг закричу, то знайте, что я сделаю себе плохо, потому что мне нельзя кричать. Поэтому не выводите меня, чтобы я не кричал, ни в коем случае. Как сделать микрофон громче? Блядь, я в тильте. Блядь, я в тильте, подождите. Сейчас позвоню, мне нужно узнать, как сделать микрофон громче. Сейчас. Секунду. Кстати, спрашивают, где ушки. Вот они. Просто впадлу их одевать было. Но если вы сильно хотите, я могу их одеть. Вот так могу их одеть. Вот так, нормально? А, друзья не берут трубку, когда они мне нужны. Когда мне нужны мои друзья, чтобы помочь мне решить мои проблемы, вопросы, они не берут трубку. Ебать их прямо в жопу. Прямо в попочку их. Так, сейчас. Алло. На микрофоне возьми, покрути там, не волну. Не-не-не, на микрофоне не надо, нужно в микшере. Нужно в компе зайти в микшер. Я видел, при мне много раз это делали. На микрофоне ничего крутить не надо. Это нужно куда-то... Покрути на микрофон, без разницы. Покрути на микрофон. А, все, я нашел, бро. Все, спасибо, храни тебя, Господь. Спасибо, бро, тебе. Давай, бро, удачи. Спасибо за звонок, звони еще. Бро, всегда жду твоего звонка. Бро. Уколись нахуй, давай. Я понял. Ладно. Так, давайте позвоним тогда Ване. Давайте тогда позвоним Ивану. Маленькому Иванчику. Маленький Иванчик. Молдаванчик, так его назовем. Так. Я включу камеру вместе с тобой по старинке. Сейчас. Ой. Как дела? Здорово, дела нормально. Здорово, дела нормально. Итак, Ванёк. Ванёк, ты что, Джимми Нейтрон, что с головой? Нет. Я просто оброс сильно. Ты оброс? Ну да. Ну, реально, кстати, надо будет тебя посмотреть. А что у тебя за второй подбородок появился? Где? Ну, посмотри, вот он, смотри. Это? Да, что, похавал Ваня плотненько? Ну да, пельменями. Пельменями закинулся и сразу второй подбородок отпал. Ваня, знаешь, как говорится, после плотного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно... Поесть? Я просто эту шутку не знаю, если честно. Подожди, то есть после плотного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не запить, нужно не заплыть, нужно срочно поесть? Я не знаю эту шутку. Еще раз. После плотного обеда по закону Архимеда, чтобы жиром не заплыть, нужно срочно по... Тише, сделай. Что? Так, нужно жиром что сделать? Попить? Попить! Правильно! Чтобы жиром не заплыть, нужно срочно попить! Ванёк, красавчик. Ладно, собрались, а то мы тупим здесь. Да, что-то я совсем туплю, я вообще что-то немножко, видимо, не выспался. Ванёк, скажи мне вот что. Что на тебе за футболка одета? На мне надета Версачи. Покажи. Реально, футболка Версачи? Да. Откуда? Купил. Ты купил? Да.
Ты купил себе футболку Versace? Да. А мне кажется, или я ее купил тебе, подарил? Не, Коль, это я купил. А, это ты ее купил? То есть это не я тебе ее подарил, это ты купил себе футболочку. Да, это я. Ты, наверное... А, ну, ладно, Ваня. Сколько она стоила, напомни? 30 000 рублей. 30? Да. У меня почему-то списалось 40. Не знаю. Не знаю, с чем это связано, да? Я, кстати, тебя знаешь, где я видел? Где, расскажи. На дымоходе. На дымоходе? Ой, подожди, ты зависаешь. Я не зависаю, это ты зависаешь с пацанами. Так, все, я тебя видел на дымоходе. Так, а в смысле, что я там делал? Там ты это делал обзор на свои вещи. Сколько Было. стоит, сколько стоит твой шмот, да. Было такое, было такое. И что, тебе понравилось? Ну, вообще, да, я хотел тоже там побывать, но, к сожалению, я отказался, потому что у меня были некоторые проблемы, и вот я не захотел туда. А, понимаю, понимаю. А, кстати, у нас тем временем уже 200 тысяч зрителей. Ребят, если делаем еще столько же, выкатываем сниппет. Просто плотнейший сниппет, плотнейший кусочек нашего с Ваней трека. Просто маленький такой плотненький кусочек. Ваня, как оценишь наш трек ты от 1 до 10? Сразу десятку. Десяточка, реально? То есть ты никогда не делал трек лучше? Ну, у меня на треке просто вот так уже 100 000 клипов. На треке просто вот так уже 100 тысяч клипов. Да. И что, думаешь, трек вот так лучше, чем наш трек с тобой? Наверное, там будет больше у нас клипов, если На получится. нашем, который вот еще никто не слышал, да? Да. Да, я тебя уверяю, там будет больше клипов. Точно. Это 100%. Вань. А, что у тебя, кстати, с лицом? В смысле? Что с ебалом? Вот. А это что тебя интересует? Да, как будто тебя побили. А, вот по-твоему, когда людей бьют, это вот у них вот так выглядит увечье на лице человека, которого побили, да? Ну да. Услышал. Нет, Вань, это немножко другое. Был у косметолога, знаешь, есть такие штуки белые, называются жировики. Косметолог удалял мне жировики. А, я не бываю никогда у косметологов, и там я не наблюдаюсь вообще. А чё не бываешь у косметологов? Думаешь, типа, ты и так красавчик, нахуя тебе идти туда? Ну да. Слушай, мне б твою уверенность. Вань, слышишь? Я сам за собой ухаживаю, так что мне все нормально. Не сомневаюсь. Слышишь, Вань, что я хотел сказать? Да. Мы с тобой же недавно были в одном месте на съемках, да, так скажем. Ну, снимали тиктоки. И Ага, да. там была одна девочка, с которой ты снял пару тиктоков. Скажи, Дуйгу, да, Дуйгу. Дуйгу, скажи мне вот такой вот вопрос. Трогал ли ты Дуйгу за жопу? Ну, Нет, а что? не трогал. А, хотел бы потрогать. Ты на что-то намекаешь или Ни на ты мне что не кого-то намекаю. ищешь? Я лишь задаю вопрос. Трогал, не трогал, хотел бы, не хотел бы. Хотел бы потрогать. Не, зачем? Не, не хотел бы. Зачем? Он меня трогал за жопу. Катана говорит, он там был. Он говорит, что ты его трогал за жопу. Вот он в чате Не, пишет. я с ним просто поздоровался, он рофлит дико. Думаешь, это просто дикий рофл? Да, конечно. Понял, Катана, давай без скама тогда, чтобы не было претензий больше у Ивана. Так, зрители, тем не менее, 176к, не, Вань, я вижу, что 400 не будет. 400 тысяч тут не будет. Эх, жаль, жаль, пацаны. Ну, ничего страшного, типа, трек-то вы все равно услышите. Просто не сегодня тогда. Потому что, ну да, неуверенно цифра идет вверх. Я полагал, что будет где-то под 300, когда мы только запустим. Но 300 у нас сразу при запуске нет. Обидно. Правда, Вань? Ладно, у меня такой вопрос. Ванек.
А, да, я просто читаю комментарии. Давай, это... рассказывай, что дальше, а то как-то, ну, понимаешь. Что, я ничего не понимаю. Продолжаем, продолжаем. Ладно, продолжаем. Ванёк, покажи свой лук, который сейчас на тебе одет, сколько он стоит. Просто мини-опрос, дымоход, сколько стоит шмот? Сейчас я найду еще одну вещь, которую я купил. Хорошо, давай. Сейчас, смотри, смотрите. Мой лук — это Versace. Угу. Стоит 30 тысяч рублей. Угу. 40. Дальше я пойду за этой вещью, если найду, то только через 5 минут. Подожди, пожалуйста. Давай, подожду. Но ты должен найти ее, по идее. Я не знаю, что он говорит, я купил себе эти вещи. Я не знаю, что у него в голове, но просто футболку Versace, которую он показал, я ему подарил. Я не знаю, что он скрывает это. И он сейчас пошел за курткой Supreme коллекционной, которую я тоже ему подарил. Я не знаю, почему он решил это скрыть, но мне что-то стало интересно. Он что, типа, стесняется, что я ему подарки делаю или что? Или для него это зашквар, что я ему подарки делаю? Как-то странно. Как-то очень странно. Ну, ладно. Сейчас спросим у него как-то красиво. О, что же это такое? Ванёк, что же это такое? А, залагал, блять. О. Расскажи про эту шмотку, как она называется, что же это? Вань, алло? 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 А, Коль, тебя не слышно, ты лагаешь просто. А, извини, что сейчас поправлю интернет. Расскажи, что это за куртка на тебе, что за шмот? Что? Что за шмот на тебе, что за куртка, что за шмот? Мод Supreme, стоит 65 тысяч рублей. Вот такие все наклейки, стикеры, как их, ну, в общем, да. Смайлики. Прикольная курточка, прям на лето, летом можно ее носить. Летом, да, будешь в такой шмотке ходить? Слушай, ну, да. А в школу пойдешь ты в такой шмоточке? Сейчас я вернусь через 5 минут, надеюсь, ты отвиснешь. Надеюсь, я отвисну. Ну что, ребят, Ваня очень сильно хотел, чтобы я отвис, поэтому нам с вами придется отвиснуть. Хорошо, что не откиснуть. Ладно, попробуем отвиснуть немного. Сейчас мы немножечко... Опа. Так, я вернулся. Ой, что это? А я тут отвисаю. Ванёк, я тут отвисаю. Отвисай со мной. Ой. Хорош. Прикольно. Ну, ты отвис или как? Я отвисаю. Или уже надо отвиснуть? Отвиснуть надо уже, ты чего? Блять. Я только начал отвисать. Слушай, не хочешь петь со мной караоке песню «Днями и ночами»? Днями и ночами? Что это за песня? Ты не знаешь? «Люби меня днями и ночами»? Не знаешь? Не, в первый раз слышу. Тогда ладно, тогда не будем петь. Потому что Мне понравилась песня, которая недавно вышла, «Кругом голова». Что за песня? Кто поет? Володя XXL. Респект, Володя. Респект, Володя, за такие качественные, ну реально, треки. Вот. Кстати, такая тема, был сегодня у врача. И знаете что, ребят? Короче, возьмем мы с Ваней немножко... Ну, не мы с Ваней, только я. Возьмем немножко паузу от стримов. Потому что мне, короче, нельзя разговаривать много. Сейчас объясню, почему. Мне звонит Сергей, ёбаная кучерявая залупа. Такой зажжёт? Да, алло. Аре, чё ты звонил?
Я звонил, ты мне нужен был решать вопросы. Сейчас я решил вопросы без твоей помощи. То есть ты мне сейчас нахуй не нужен. Пошел нахуй, гандон. Ты чё? Понял, оскорбил меня. Он тебя взял, в обратку послал. Ну, это не... Это не красиво. Это так, друзья, не делают, согласись. Угу. Согласен? Ну да. Слушайте, так вот, хотел сказать про доктора и про голос. Короче, я очень много кричу и очень много разговариваю каждый день, поняли? И из-за этого, короче, у меня появились жесткие проблемы с голосом. Был у врача, и он сказал, мне нужно говорить по минимуму где-то дня 4 и пить кучу-кучу лекарств и говорить по минимуму. Вот, онлайн у нас с Ваней завис на 170к. То есть все мы понимаем, что 400к на этой трансляции не будет. Видимо, сегодня у нас какой день? Сегодня у нас вторник, у людей просто, ну, во вторник не нашлось времени и возможности залететь на стрим. Ну, и я, наверное, тоже завысил 400к онлайн. Это, конечно, очень много, но я почему-то думал, что людям очень интересен наш трек, сниппет. Но если им не так интересно, то ничего страшного. Вот. Короче, трек сегодня мы не запалим, запалим тогда просто через 3 дня. То есть ничего страшного. И многие пишут «Го Казик». Ваня, давай пойдем в Казик поиграем.